это такая душевная песня, на самом деле. Я как бы... Как, возможно, и многие из вас, я ее услышала в финале «Пищеблока». Я не знаю, есть ли тут еще люди, которых этот финал просто превратил в горстку щебня. Меня точно да. Первые 3 дня, как минимум, после того, как я добралась до последней серии, я просто эту песню слушала нон-стопом, постоянно, 24/7. Ну, потому что да, я слабая женщина, я могу себе позволить. Как-то так. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, у вас все хорошо. Я не буду надолго затягивать это послесловие, поэтому просто пейте воду, спите крепче. Хорошего вам дня.